Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают! Давай, парень, смелей в бой. Пацаны с тобой, стой до победного, будь первым. Не сдавайся никогда, ты сам выбрал этот путь. Путь бойца, жизнь для них это сплошная тренировка. Перчатки, бинты, капа, кулак как молот. Бей на поражение своей цели. Так же точно, как снайпер по своей мишени. Двигайся, как Али, и долби, как Тайсон. Жить в страхе, или чтоб тебя боялись под бинтами. Сбитые фаланги пальцев, один на один со страхом. Попробуй продержаться. Пара перчаток, груша, чистое сознание. Ежедневно входит, как рацион питания. А что на ужин? Один раунд в спарринге, с утра пробежка для формы поддержания. Бокс, бой, бей, не жалей сил, будь первым. Будь всегда номер один, смотри в глаза, предсказывай его шаги. Ты не победим, никого не щади. Бокс, бой, бей, не жалей сил, будь первым. Будь всегда номер один, смотри в глаза, предсказывай его шаги. Ты не победим, никого не щади. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое. Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Ты на арене, как на поле боя. Нервы на пределе, пот течет рекой. Сегодня бой за титул чемпиона. Ты должен доказать, что ты его достоин. Давай удар правый, левый, апперкот, уклон, блок. Ты должен одержать победу сегодня в этом бою. Ты будешь первым, береги силы и будь в себе уверен. Последний раунд, до конца минута. Исход может решиться и за одну секунду. Давай решающий еще удар, нокаут, победа, конец. Хорошо.